чай с лимоном. Когда лимон кружочком ложится в кружку, то нет того запаха. А когда он со шкуркой попадет, тогда совсем другой вкус. Не забудь сказать, что сахаром засыпаем. Можно засыпать сахаром, можно медом. Также можно лимон сахаром засыпать, кружочки. Но самое лучшее вот через мясорубку. Ложечку в кружку положим. Чай приятно пить. Так что попробуйте. Теперь баночку наложим и все. Все, положим баночку и будем пить чай от простуды с лимончиком. Можно еще и с медом, кто как любит. Но мы с сахаром. Это сколько мы с тобой лимонов смололи? Ящик. Если бы его нам привозили постоянно, а то от привоза до привоза. Чай с лимоном пьем только так. Все.